отписать. И оставить или забрать? Оставить обычно. Но это тут суть не это. Суть в другом. Прикинь, нашли все-таки. Прикинь, это наша первая наша добыча. Первая добыча, посмотри. И тут прикольчики. Видишь магнит? Тут обычно люди просто пишут, что они тут были. А у некоторых больших геокэшах люди меняются. Кто-то ручку ставит, а кто-то карандаш, и они меняются. Да. Но количество объектов... Но нужно... Мне интересно, я сейчас снимаю видео, мне интересно, что там лежит. Но обычно имена пишут. Может, какие-то записи. Люди пишут, кто его нашел, и мы должны по-хорошему тоже написать. Давай тоже, например, у меня есть ручка. Смотрите, вот сколько людей уже это нашло. Да. Логбук. Типа, кто нашел? Прикинь, мы здесь будем. Суть не найти клад чей-то и украсть его, а суть просто найти и отметиться, да. Так, вот моя ручка. Ну, давай, подпишись. Все наши три имени, давай. Так, вот сегодня какое число? 6-12 последний раз нашли, 20-го. Так. А сегодня... 19. Ну что такое? Ну, держи, у меня может еще одна ручка есть. Очень прикольно. Некоторые ходят и их закладки такие делают, а некоторые просто отмечаются. В Канаде это очень популярно, да. И в Америке, и в Гонконге, как вы видите. Так, Артура, на первое место напишем, да? А то тут как-то печать. Ладно. Не, вот тут напишем. Объеди нас, что мы типа так, и сейчас... дату. Сегодня какое? 19, да? 19 декабря. 12-го? 20-го. Томс. Томс. Ну да. 2020, вот. Прикольно. Мы отметились. Вот, смотрите. Это наша первая находка. Геокитчинг. Мы его записываем, обратно упаковываем и ставим на место. Ну давай, начинаем упаковывать. Мы уже его подписали. Теперь мы его закрываем и ставим на место, где он и был. Пускай кто-то другой теперь его найдет. Все? Вот так вот жизнь стоял? Да, да, так и было, так и было. Все? Да. Мы молодцы! Мы нашли! Санитайзером быстро руки все. Да, сейчас санитайзер. А теперь санитайзер. Мы это сделали. Достань у меня в рюкзаке санитайзер.